Итак, здравствуйте, друзья. Вот я недавно купил вот такую тетрадку. Это будет у меня скетчбук, то есть тетрадка для зарисовок. Сейчас мы попробуем сделать несколько зарисовок. Бумага немножко такая, не полностью белая, а как бы немножко в каком-то таком тоне кремовом, что ли. Или бежевым. Хорошо. Давайте приступим и попробуем рисовать. То есть я раньше рисовал просто на каких-то клочках бумаги, теперь попробую на этой тетрадке. Давайте нарисуем, например, львенка, да? То есть смотрите, сначала рисуем что-то наподобие такой груши. Форма груши, да? Легко-легко. Потом вот так линии сюда идут. Потом примерно вот здесь один глазик и второй глазик. Потом отсюда. И примерно здесь такой треугольничек. Потом идем сюда. Потом вот так, нижняя челюсть, вот так у нас идет мордочка, вот такие формы, такие вот формы. Так, глазки, наверное, нужно увеличить глазки, и здесь побольше глазки. Так. И сразу наметим вот такие блики и зрачки по центру глаза. У меня карандаш 2B. Так. Форма глаз вот такая у нас. Здесь черного больше. То есть после общих форм таких я начинаю рисовать глаза всегда. Глаза. Вот они наши глаза. Так, и вверх очень легко светло-серым. И вот здесь очень-очень светлый серый. Очень-очень светлый серый. Вот один глаз практически готов. Теперь второй. Второй глазик. Когда рисуем, сравниваем с этим, чтобы глаз был по величине таким же. Так, и сверху. Вот так. Приблизительно вот тут такие пятнышки сверху сразу можно наметить. Так, хорошо, нос. Так, вот тут нижняя губа, черная, по идее, и блик идет. Здесь затемним, здесь меньше давим, как бы язычок там.
Так, может быть. Здесь так легко, такими вот штришками. Так, ну, понятно, здесь такие. Вот так рисуем. Здесь усы у нас. С этих дырочек. Усы отходят, да? Выходят, отходят, или как сказать. Также вот здесь под глазами так характерно у кошек. У диких кошек и также у домашних, в принципе, то же самое. Так, вот так можем такими штришками сделать. Вот здесь вот так. Так, и ушки. Ушки. Так. Примерно. Вот так, вот такие. Такие ушки. Давайте немножко. Сначала я рисую так мягенько и стараюсь не жирной линией. Тут такие длинная шерсть в ушах, как бы. Так, и все равно я смотрю и вижу, что может быть вот это ушко. Может быть, немножко сместим. Вот так, сюда. Вот такой маленький львеночек. Ну и может быть так просто легенькой тушевочкой все это дело затушую. Легко так. Не просто линейный был рисунок, а рисунок был немножко как бы объемный, хотя не скажешь, что это объемный рисунок. Ну так просто, чтобы, например, вот здесь больше тени. С этой стороны, скажем. Вот я недавно выпустил видеокурс о рисовании кошек. Там находятся уроки по рисованию домашних кошек, также уроки по рисованию диких кошек. Поэтому можете меня на сайте заказывать, делать заказ, и вы можете научиться рисовать и усики, да? Научиться рисовать кошек, как диких, так и домашних. Вот этот рисунок, это просто как бы зарисовочка такая, да. Рисунок не закончен, просто набросок такой. Вот такой как бы львеночек напуганный, смотрит на нас, да. Что-то увидел, что-то ему интересно.
Что-то он хочет там посмотреть, может быть, пощупать, поближе познакомиться, понять, можно это кушать или нет.